Новый год к нам мчится, скоро все случится. Всем большой новогодний привет, дорогие. Наступает у нас новый 2022 год. Как долго мы уже с вами вместе, да? И сегодня, по традиции, я хочу поделиться с вами по секретику, какие подарочки я приготовила для своих близких. Я знаю, что такое видео очень нравится вам от меня, да, новогоднее. И поэтому, ну, подарочки будут простые. Одну коробочку я соберу здесь, вторую на английском канале. Можете туда перейти, кстати, посмотреть. И, конечно же, пожелания от меня, да? В новом году я хочу пожелать вам много хороших. И ночей. Также кучу хотелок и энергии, чтобы все это воплощать в жизнь обязательно. Да. Также научиться чему-нибудь новенькому и отпустить старое, если оно уже вас начало тяготить. И пожалуйста, любите себя, берегите себя и своих близких. С Новым годом вас, дорогие! Идем смотреть подарок. Ну что ж, мои дорогие, к наполнению подарочной новогодней коробочки у меня все готово. Смотрите, какая она у меня в этом году симпатичная. Новогодняя такая, новогодняя, да? С елочками. Красная, тут зеленая, белые елочки. Да? Довольно такая объемная. И накрываться она будет такой вот кружечкой красненькой. Вот так. И еще сверху бантик. Вот. Симпатично, правда? Ну ладно. Знаете, наверное, я перейду на шепот. Да? И буду говорить шепотом. С ушка и на ушко. Мягко и приятно. Расцветки смотрите.
всей семьи. Правда? Пошуршу, пошуршу немножечко, пошуршу. Приятного шуршания. Вот. И для кухни также я взяла вот такой вот. Это подставка-подложку. Тоже нужная вещь. Тоже такая новогодняя со снеговичком. И вот здесь вот елочкой. И ее, она стеклянная, да. Я засуну вот сюда, в эту рукавичку, чтобы она не разбилась, да. Эту подставочку у меня. Вот. Здесь тоже будет радовать хозяйку. Симпатичная шоколадка. Надеюсь, что вкусная. Не только симпатичная, да. И я ее уложу вот сюда вот. Вот так. Дальше мы положим с вами масочку для хозяйки дома, чтобы она была омолаживающая масочка шпинат-морковь.
я сняла, чтобы было поменьше, ну, чтобы оно занимало поменьше места в коробке, это апельсин сладкий, сладкий апельсин, сладкий апельсин, сладкий апельсин. Вот так вот через упаковку я чувствую запах, через вот крышечку, да, здесь. Все, мне очень понравился символ кода, вот такой вот, это брелочек вообще для ключиков, и он вроде как музыкальный, то есть вот здесь вот убираешь вот эту штучку, мы сейчас это делать не будем, и он издает какую-то музыку, вот, смотрите, какой милаш, у кого-то будет на ключиках, да, символ кода.
исполнять.